Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons, соедини драконов. И сегодня я снова хочу дальше пройти уровни на карте мира. Итак, впереди у меня берег заклятий 16, который требует 3 кубка для его прохождения. Ну, давайте посмотрим, что этот уровень из себя представляет. Вот здесь такие вот островки. Таинственных облаков нету. Давайте ознакомимся с заданием. Для победы создайте яркое теневое дерево. Интересно. Звезды. Создайте плотоядный гриб. Соедините 3 ягоды малины и создайте плодоносное осеннее дерево. Ну что ж, давайте смотреть. Я вижу, здесь пушинка лежит. И вот сюда ее можно применить. Есть одна пушиночка. Вот тут еще одна пушинка, но пока я не вижу, куда ее еще можно применять, эту пушинку. Одну ягодку малинки. А вот еще одна пушинка. Еще одну. Их можно, наверное, прорастить будет. Прорастить. Одна, вторая ягодка. А вон третья ягодка тоже вижу. И надо будет, наверное, 2 цветочка получить. Так, а что у нас с яйцами? Одно яйцо драконье, вот второе яйцо, вот третье. И тогда эти дракончики смогут... Так, стоп, вот травушка есть. Я не буду с драконами спешить, потому что они съедят мне малинку тогда. Если мне чего будет делать, они скушают мне малиночку мою. А мне нужно их 3 соединить. Вот я могу получить уже 2 цветка. Давайте посмотрим, где тут еще вот такая травушка. Раз, два, три. Они раскиданы по территории. Я сейчас вижу. Так, ну что, больше вроде как. Вот осенние деревья. Такие вот молодые осенние деревца. Так, если я соединю вот их. Там парам-пам-пам. Их нигде нельзя применить. Так, вроде бы нет. Есть, вот одно, вон второе, и вон здесь, и вот здесь третье. Грибы нужны еще. Нужны грибочки. А где? А вот маленький грибочек. Хорошо, ладно, что ж, достаем дракошечку и говорим ему сразу сюда идти, чтобы он мне ягоду мою не съел, малинку. Сейчас посмотрю, сколько у меня здесь. А, здесь 4, значит, нужно мне сделать такую сферочку, подставить ее вот так вот сюда и открыть вот эти грибочки в первую очередь. Вот один грибочек я вот уже открыла, соединяю. Да, кушайте. Вот такой грибок и вот такой. Вот первую сделали задание. Вот, отлично. Так, теперь вот эти 2 дерева надо бы сюда, только сюда они не подставляются. Нам нужно еще сейчас... Вот вторая малинка у нас освободилась. У нас 2 малинки теперь. Надо еще одну малинку освободить. Вот эту 2 очка. Давайте соединим малинки. Есть. Вторая звезда должна прилететь. Есть. Так, добывай. Теперь мне малинки не страшно. Росточек нужно освободить. Вот этот вот. Вот росточек. Деревце. Зловещее маленькое деревце. Вот, освободила я. Так, отлично. Соединяем. Получаем вот такое мистическое. Соединяем. И вот открываем. Вот такие цветы. Все 3. Смотрите, 3 звезды уже получены. Надо только вот дойти еще до конца. Вот, освободила деревце еще одно. Есть. Потому что именно оно здесь, наверное. Так оно и есть. Так, можно пока разобрать звезды. Пока еще уровень случайно не закончил. Такое бывает. Бах, уровень закончился. А звезды не разобрала. Так, вот тут еще сундук какой, смотрите, цветы. Так, теперь нам нужно вот эти подставить сюда. Чинш. И вот 5 чинш. Вот, и получим. Ой, какая красота, посмотрите. Я еще в лагере себе такое дерево не создала.
Отлично. О, монеточку собрать. Ну вот, довольно-таки несложный уровень. На самом-то деле, ну дерево это красивое, конечно. Ну вот, уровень пройден. Посмотрим, что тут можно приобрести. Наверняка это дерево можно будет купить. Источник легенды за 25 самоцветов. Так, монетки, неживое дерево. И посмотрим, что тут предлагают. А вот не предлагают дерево такое купить здесь за самоцветы. Жалко, но может быть в другой раз предложат. Ой, смотрите, скоро событие «Дикие земли» начнется. Это второй раз, когда будет проходить такое событие, где можно было такого обжорку добыть. Ну, событие было такое очень трудное, я бы сказала. Очень долго нужно было там выполнять все вручную. Там невозможно было так дракончиков запустить, как другие события, и все, да, и они сами работают. Там надо свое участие постоянное. А у меня на карте мира берег заклятия 17. 4 кубка, чтобы его играть. Давайте пойдем. Скоро уже дойду до самого конца мира. Так, здесь у нас... Хо-хо-хо, ты пиарчик. Итак, таинственные облака у нас там цветочком закрыто. Питаем, мне кажется, груши и бананом. Фруктовые деревья. Здесь тема фруктовых деревьев. Для победы создайте древнее фруктовое дерево. Угу. Звезды. Соедините 5 цветов сразу. Создайте питая 2 штуки и создайте могилу погибшей души. Ну что ж, тут все закрыто. Начнем. Вот, наверное, вот откроем вот этот тотем. И начнем по 5 цветов сразу соединять, как нас просили. По 5 будем и соединять. Вот так, раз. Вот, видите, нам 10 раз надо соединить. Вот 2. Есть. Внимательно. 3. Вот, нам такой двойной цветок надо будет. 3. Давайте дальше. Вот 4 могу соединить. Вот так. Еще. Есть. 5. Ой! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. 6 раз соединила. Вот могу здесь так вот 7 раз соединить. Есть. Росточек, смотрите, освободила. Вот могу здесь кое-что повытаскивать. Пока. Так, виноградинка мне, по-моему, не нужна была. Так, мне нужна груша. Бананчик. Бананчик. Давайте приложим бананчик и посмотрим. Вот тут сезонное задание выполнилось. Вот такие 3 сундука великолепных получила в лагерь. Давайте смотреть, что у нас тут. Ага, здесь росточечки, грибочечки. Вот, грибы есть. Вот, тут у нас дружки появятся. Сейчас у нас дракончик появится, который мне фрукты начнет кушать. Так, мне нужен вот еще росточек. Вот хорошо, что я все их не соединила. Потом, вот так вот. О, сразу 10-10, первая звезда прилетела. Дальше мне нужны деревья достать, чтобы достать деревья. Так, вот так я это все растормошу, чтобы достать деревья. Груша мне нужна. Груша. Хорошо, давайте соединим красавчиков. Так, стоп, мне нужно... А, банан я уже применила, все, банан не страшно, если скушают у меня. Так, я вижу вот так эти росточечки. А где же мне взять еще один росточек? Мне нужна груша. А, вот они. А, что-то я не догадалась. Так, а, наверное, вот эти груши мне нужно просто-напросто... Вот у меня один дружок, сейчас сделаю сферку. Открыть просто одно дерево мне нужно. Иначе я их не могу соединить, как вы видите. А, там цветок, смотрите, я цветок могу еще подставить. Для этого мне нужно создать цветок. Сейчас я посмотрю, получится ли у меня такой цветочек красивый. Создать так, 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас. Вот так, вот. И таких у меня тоже... Так, 1, 2, 3, вот 5 есть, и этих 5, есть, и этих 5,
Вот, мне нужен еще один такой цветок, чтобы создать цветок. Значит, пока не получается. Вот, дерево открыло зато. Есть. Давайте грушу применим. Пока цветок не могу создать, применим грушу. Посмотрим, что здесь дальше. О, зомблин появился. Так, сразу возьму вот деревце, я вижу. И могу еще два яйца достать. Отлично. Два яйца достала. Вот там третье. Я вижу грибочек один. Вот второй. Пока зомблины еще не выбрались у меня. И давайте сразу. Так, так, так. Питаю достанем. Вот, мне нужно две питаи. Вот. Вторая звезда у меня прилетела. Вот где третий цветочек. Сейчас я их соединю. Вот так. Вот. И открою вот эту еще. О, а тут еще один тотем цветов. А, вот оно. Да, теперь мне нужно победить. Мне теперь нужно победить будет. Вот так вот. Чинш. Я могу мальчик. Мне нужно победить зомблинов. Для этого мне нужно... Так, так, так. Раз, два, три. Три, три. А как же вас по пять соединить? Ну, давайте пока три соединю. Вот, один зомблин прилетел у меня. Вот второй и вот третий. Вот, я все их соединила. А мне нужно сколько? Мне нужно могилу создать. Вот, сейчас. Одна могилка у меня есть. Чтобы могилу открыть, мне нужно еще одну могилку создать, как вы видите. Так, а что у нас тут окажется в этом сундуке? Вот еще одно яйцо. Так, все, зомблины. Где зомблин еще не побежденный? Я где-то его слышу. Он где-то тут мне работает. Делает козю-базю такую. Вот она могилка. Есть. Итак, раз могилка, два могилка, три могилка. Соединяем. Вот, и получаем могилку. Третья звезда. Вот, к сожалению, тоже простые все звездочки. Так, где у меня третья? Вот она. Ни одной фиолетовой не дали нам звезды. Ну, что же делаешь? Что, какие есть, такие есть. Такие соберем. Так, вот тут еще тотем. Кстати, на этом уровне, заметьте, два тотема. Как раз кролик иногда бывает задание дает нажать на тотем цветка 40 раз. Когда мы на один нажимаем, то примерно 30, там, 32 раза, по-моему, он дает нажать. А здесь прямо сразу два тотема, можно сразу это задание выполнить, кстати. Обратите внимание на этот уровень. А мы соединяем с вами вот деревья, получаем ананасовое дерево и наша закончена миссия в этом задании. Все, все сделали с вами. Ну, смотрим, что здесь тоже источник легенды. За 25 самоцветов можно купить. Так, драконий грааль, цветочек, гряда дракона, две штуки дали, кстати. Могилку погибшей души можно купить. И все, в принципе. Остальное так по мелочам. Ну что, следующий будет берег заклятия 18. Два кубка надо будет его играть. Возьмем его уже в следующий раз. А с вами встретимся на событии «Дикие земли». Вполне, может быть, у меня заработает стрим. Я очень надеюсь на это. И тогда вместе будем проходить. Если не заработает, так буду проходить тогда сама. И запишу, наверное, тогда на видео, как я это прохожу. Хотя такая запись у меня уже есть, можно посмотреть в архиве, да, то есть на моем канале видео, и увидеть, как это событие проходится. А пока всем пока-пока, до следующих встреч, до свидания.